Всем привет! Сегодня готовлю интересную праздничную закуску – корзинки с грибочками. Получается очень вкусное и красивое блюдо для новогоднего стола. 2-3 шампиньона нарезаем кубиком. Лук обжариваем до полупрозрачности и добавляем грибы. Солим, перчим по вкусу, перемешиваем и доводим до готовности. Выкладываем в миску обжаренные грибы, одно яйцо, нарезанное кубиком, 20 грамм тертого сыра, 1 зубчик чеснока. Солим, перчим. Добавляем 2 чайных ложки сметаны и все хорошо перемешиваем. Из помидора вырезаем корзинку. И удаляем мякоть. Ее можно использовать для приготовления соуса или других блюд. Заполняем корзинки приготовленной начинкой. По желанию украшаем майонезом. Из огурца вырезаем треугольник и формируем из него елочку. Наша закуска готова, можно подавать к новогоднему столу. Грибы, сыр, яйца очень хорошо сочетаются с помидорами и получается очень вкусное блюдо. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! С наступающим Новым годом!